У личан теперь есть уникальная возможность наслаждаться вкусом настоящего восточного хлеба. Такие лепешки в агрогородке Дайлиды Ивевского района пекут носители древних традиций хлебопечения – уроженцы Средней Азии. В чем же их особенность? Самое главное, в этом хлебе нет никаких химических добавок. Лепешка делается из твердых сортов пшеницы, которые привозятся из Казахстана и Ставропольского края России. Такая мука очень полезна для организма. Она содержит тиамин, который необходим для нормального протекания процессов роста и развития, а также минеральные вещества – калий, фосфор, железо и марганец. После употребления такого хлеба повышается бодрость, так как в нем есть специальная аминокислота триптофан. Тесто содержит много полезной клетчатки, в нем нет сахара. Лепешку могут есть и диабетики, и люди, склонные к полноте. Тесто для лепешек готовится вручную, после чего круглую форму помещают в тандыр – специальную керамическую печь. Хлеб печется при температуре 350 градусов. Процесс приготовления лепешек происходит ночью, чтобы с самого утра свежий хлеб был в магазинах Лиды, Березовки, Новогрудка, Иве и Воронова. К слову, хранится он до 72 часов. Ваш подарок близким – наш подарок вам. Заказывайте музыкальное поздравление на телеканале Лида ТВ в июле и участвуйте в четвертом туре рекламной игры «Удачное поздравление», правила которой очень просты. В течение месяца каждому музыкальному подарку будет присваиваться порядковый номер. Одно поздравление – один номер заказа. Математика проста. Чем больше поздравлений, тем больше шансов получить приз. Не упустите возможность оформить кухню стильно и со вкусом благодаря компании «Албика Групп». Украсить праздничный стол изделиями из хрусталя от стеклозавода «Неман», насладиться продукцией предприятия «Лида Хлебопродукт» и всегда оставаться на связи благодаря смартфону от мастерской «Элит Сервис». Заказать музыкальное поздравление можно в пункте приема заявок, расположенном в здании гостиницы «Лида» по адресу улица Грюнвальдская, 1. Там учтут все пожелания клиента, а при необходимости помогут выбрать теплые слова для виновника торжества и песню. Дадут советы по оформлению поздравления. Сделать заявку на музыкальное поздравление можно и через интернет. Для этого нужно зайти на сайт лидского телевидения tv-lida.by, заполнить электронный бланк, указав, кого и с чем поздравляете, оставить текст поздравления, прикрепить фото виновника торжества и указать песню, которая его порадует. Оплачивается данная услуга через систему ЕРИП. По-прежнему заказ на музыкальное поздравление можно сделать и по телефону. Номера 62-00-62-53-22-42 работают с 10 утра до 7 вечера. Правда, в этом случае придется довольствоваться только клипом. Позвонив по названным номерам, вы получаете номер заказа, который вы можете оплатить в любом отделении почты, через интернет, а также в любом отделении банка по всей Гродненской области. После оплаты данной услуги нам придет автоматическое уведомление, и ваша заявка попадает в эфир. Кстати, на почте можно не только оплатить услугу «Музыкальное поздравление», но и оформить заявку с фотографиями. Спешите сделать подарок близким и себе.